Я всех приветствую. И пока еще у нас не спряталось солнышко, небольшой ролик хочу снять. На улице, наверное, около минус 20 у нас, но солнышко. Кажется, тепло прям так хорошо. На самом деле это не так. Недели две назад я снимала ролик и говорила, что у меня вот в этом вот фикусе взошел, кто он, баклажан. Я рассказывала, что посадила плющик здесь, живое дерево у меня тут выросло. Пересаживали мы его когда-то. И сказала, что баклажан у меня взошел, который 10 лет назад привезли землю домой, и семечко, видать, попало в горшок. И что вы думаете? А ведь это не баклажан. Сейчас покажу. Смотрите, что это. Это, кажется, цветок, а не баклажан. Стою сегодня утром, я видела, что бутончик, такой длинный-длинный бутончик получается. Смотрите, видите, граммофон такой прям. Он поднимался, 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 рос. Думаю, ладно, пока не буду снимать, потом посмотрим, что будет. Я уже потом поняла даже, что это за цветок. Название не помню. Ну вот, смотрите, какой он. Вот такой вот зимой у меня практически уже декабрь скоро расцвел. Самый летний обычный цветок. У нас в деревне когда-то росли. Он прям сантиметров 70, наверное, в высоту растет. И вот такие граммофоны. Но он тут маленький получился. Вообще, на самом деле, они вот такие. Может, еще подрастет, но не думаю. Вот такие вот граммофоны, белые были, сиреневые, голубые, желтые, разные. То есть попало семечко цветка. И даже зимой он у меня зацвел на окне. Ребята, а аромат источает. Я не замечала на улице, чтобы они пахли вообще. Сегодня захожу на кухню, такой приятный, слегка пряный, но можно сказать, мощный аромат. Вот такой цветок, короче, расцвел. Я, честно говоря, не ожидала. Я, честно, думала, что это баклажан. Листочки, как у баклажана, похожи. Сначала думала перец, а потом нет. Смотрю, как баклажан такой. Короче, вот такая вот у меня красота расцвела в горшке. Ой, мне всегда говорили, что я, наверное, железную палку посажу, и у меня она вырастет. Вот это из той серии примерно. Сейчас покажу еще орхидеи, как у меня цвет набрали и как распустились. Смотрите, вот эта моя красотка опять начала цвести. У нее же было вот здесь два цветка. Она их скинула, получается, засушила. И дорастила вот такой цветонос. Тут, наверное, цветочков 7 намечается. Ну, вот так уже расцвел. Два уже расцвели. Второй вот расцветает. Он красивый. И в этот раз расцвел. Серединка прям бордовая. Вот сейчас на камеру он такой, как малиновый. А вообще он прям темно-бордовый. Середина прям как темно-свекольная. И видите, он сплошной. Вот здесь сплошной бордовый. Те два цветка были. Там краб был, покрупный такой краб был. А сейчас получается прям сплошняком. Вот такой вот он. Этот тоже. Видите, я там в видео предыдущих тоже показывала, что он стрелочку пускает. Вот уже вот так стрелочка. Он один цветочек тоже скинул, получается. Вот тут цветок был. Еще вот цветой. Он постепенно, чуть, по чуть-чуть начал отсушивать цветочки. Вот один скинул, второй уже скидывает. Ну вот еще вот так вот свеженькие цветочки стоят. И вот это, которую мы рассаживали. У меня есть видео. Делила я орхидею. Вот эта макушка была. Вот уже смотрите, цветонос как подрос.
Ой, мне не терпится посмотреть, какого она цвета будет. Прям уже не терпится. Пока непонятно, какой цвет. И у нее вот здесь я смотрю, наверное, сразу будет ответвление расти. Короче, я вся в ожидании. Тоже в предыдущих видео говорила, что будем с вами отсаживать вот эту. Ну, что-то я пока не хочу отсаживать. Там корни получаются, ну, вот таких вот три корня, не больше пока. А верхняя масса, смотрю, зелени уже большая. То есть надо, чтобы примерно, ну, соответствовала верхушка и корни, чтобы корням было полегче прижиться. Наверное, не видно будет. Ну вот здесь вот корень вот от нее и вот сюда, вот он до сюда дорос. Один корень вот. Но он, похоже, закуклился. Я, наверное, вот эту самый краешек корня просто чуть-чуть как-то снесла, задела, может быть, и он остановился. Ну, там еще один корешочек. Три корня, короче. Вот у этой. Вон там. Не знаю, видно будет, не видно. Короче, да, вот здесь внизу. Думала, цветонос будет. Но нет, это Амадеус у меня. Но там, видать, такой мощный корень просто. И с этой стороны корни тоже, видите, вон какие нарастают. Это у меня решила, она же вся в корнях. Вся, вон, видите, в лианах, во всяких таких. Наверх корень прям пошел. А это вот, которую мы пересаживали с вами буквально на днях. Кстати, листочки прям хорошо. Ни тургор, ничего не потерян. Сегодня, наверное, третий или... Да, наверное, третий день после перевалки. Все хорошо. Чуть-чуть вот солнышко вылезло, запотел чуть-чуть горшок. Воды прям вот в керамзите, вот докуда. Не стала я сливать, пока оставила так. Потому что здесь кора все равно суховатая. Мы с вами пропрыскивали вот это вот все водой. Она вниз стекла, кора еще, ну, толком все равно не промокла. Поэтому я оставила, пускай испаряется и потихонечку здесь влага будет поступать. Ну, вот такое вот сегодня у меня видео. Спонтанное получилось. Хотела просто вам показать, что у меня расцвело. Баклажан мой как расцвел. Все, всем пока, надолго прощаться не будем. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Я думаю, все равно вам понравится. У меня такой простой канал, без всяких наворотов. Короче, подписывайтесь. Всех жду.